бред какой-то. Может, показалось? Ну и что это? Это крутой английский алфавит. А у тебя такого нету. Хе-хе-хе. Снова хвастаешься? Всего лишь алфавит, ничего особенного. Он классный. У него буквы как будто бы живые. А у тебя такого нету. А у тебя такого нету. Надо эту хвастунишку как-то проучить. I, B, C, D, F. А можно посмотреть? Смотри. Это же алфавит Лор. Зачем вы его купили? Он прикольный. А что не так? Ты что, ничего не слышала про алфавит Лор? Нет. Так я и думал. Алфавит Лор – самый злобный алфавит в мире. Ходят слухи, что ночью его буквы оживают и нападают на непослушных девочек. Ты врёшь! Не вру, это чистая правда. Хочешь, я видео включу, сама увидишь. Ты думаешь, что я поверю? Эй! Ну и чего тут страшного? Прикольные буквы. Это не на экране телевизора прикольные. А представь, если бы я жила буква F и начала тебя догонять. Все, неправда. Еще как правда. Советую тебе от этого алфавита побыстрее избавиться. Я тебе не верю. Как хочешь.
Пусть монстры у него оживают, а не у меня. Не может быть. Эй. Бред какой-то. Может, показалось? Ничего нет. Си! Ди! Ди! Эф! Ди! Что происходит? Неужели эти буквы и вправду живые? Ребята, пишите в комментариях, что делать? Тима, утро! Пора вставать! Тим, а что это ты спишь сидя? Тим, с тобой все в порядке? Похоже, все в порядке. А мне что-то так не кажется. Какой-то ты странный. Давай сегодня в школу не пойдешь. Возможно, заболел. Да я вроде нормально себя чувствую. Оставайся сегодня дома. Наведи в порядок в комнате и сделай все домашние задания. А я позвоню учительнице и скажу, что ты приболел. Если все будет хорошо, пойдешь в школу завтра. А я что, я и не против совсем? Заодно и за Эммой присмотри. Мне нужно уехать на пару часов. Хорошо. Откуда здесь этот алфавит? Это мне Эмма его подсунула. Это что еще такое? Ты зачем мне под кровать засунула этот алфавит?
А что, тебе ночью буквы приходили? Хи-хи. Забери свой этот алфавит и не приноси его ко мне больше. Эй, ты порвал его! А где буквы A, B, C, D? Ты зачем мы странички вырвал? Ничего я не вырывал. Каким нашел его, таким и принес. Тут нету буквы до F. А ну, отдай назад. Нет до буквы F. А ну, дай посмотрю. Правда, нету первых страниц. Эй! Что это? У меня в комнате. Эй! Она жива! Все-таки не приснилось. Здравствуйте, буква Эй! Эй! Будьте любезны и скажите, что вы делаете в нашем доме? Эй! Она немногословна. Бы. Буква B. Боюсь, что все буквы, которые исчезли из алфавита, теперь в нашем доме. Смотри, буква C. C. B. D. F. Ночью была еще буква И. Они к тебе ночью приходили? Это все-таки правда. Оказывается, да. Я и сам не думал. Буква Б улетела. Эй! Уважаемая Эй, что вы хотите? Эй! Она только Эй говорит. А может, она хочет, чтобы мы сказали Эй? Давай попробуем. Давай. Эй! 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 Она исчезла! Буквы хотят, чтобы мы их запомнили. Это же обучающий алфавит. Надо просто назвать все буквы, и они исчезнут. Что-то с буквой F этот способ не работает. But
почему эта F такая злая? Ты мультфильм невнимательно смотрела. Посмотри еще раз. Я смотрела внимательно. Если бы ты смотрела внимательно, то бы знала, почему F такая злая. Ну скажи, почему? Би вернулась. Давай вместе скажем Би. Может, исчезнет? Давай. Би! Сработало! Я понял. Буквы надо назвать по порядку. Тогда они исчезают. Следующая буква Си. Ищи букву Си. Она была на балконе. Но сейчас ее нет. Буква H появилась. Она такая страшная. Что это было? А она прикольная, это F. Вон буква C. 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 Букву D утащила F. Скорее всего, она уже не появится. Тогда следующая И. Думаю, И тоже не будет. Почему? Смотри, из алфавита пропали буквы G и H. Буквы оживают. Смотри, буквы A, B и C зачеркнуты, а D и E обведены кружочком. Это означает, что букв A, B и C больше нет, а D и E пойманы. Зачем буква F их поймала? Она злится на них. Почему? G. Буква G. 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 Буква G вычеркнута, все сходится. Ищем H. Ну, хотя бы букву К отбил. Почему F такая злая? Зачем она всех обижает? Так я и думал.
Буква «Ай» обведена, ведь «Ф» ее поймала. А буквы «Джей» больше нет. А букву «К» ты отбил. И вот почему она осталась. «Ф» куда-то обведенные буквы утаскивает. Но куда? Пошли поищем. Я думаю, это место где-то в доме. Пойди. Вот она. Что делать? Может, попробуем еще раз сказать F? Ее очередь прошла. Все равно, давай попробуем. 3, 4. F! Не работает. Уважаемая буква F, почему вы такая злая? С вами никто дружить не будет. Ты что, она стала злой, ведь с ней никто дружить не хотел. Да, а почему? Эф сама не хочет дружить. Эн подошла, а Эф ее прогнала. Пошли к тебе в комнату. Я покажу почему. Видишь, сначала буквы Friends дружили. Но хулиганы О и Л решили разрушить их дружбу. Почему? Из злости или из зависти. Смотри, они обидели букву N, и F решила отомстить. И это получилось. Да, но смотри дальше. О и Л настроили против F все остальные буквы. И все начали обижать F. За что? Я
В конце концов, и Энн от нее отвернулась. Так нечестно! Они выгнали Эф, и ей пришлось жить в пещере в одиночестве. Поэтому Эф и стала злой. Призвалка, Эф, с ней поступили подло. Она не виновата. Иди прочь, Люся. О! Не знаю. Ты! Заметь, все буквы алфавита появляются по порядку. Главное их сразу же называть, чтобы не разбежались. А какая следующая буква? Я забыла. ОПР. Ар. Следующая буква Ар. Только где ее искать? Сама появится. Что ты делаешь? Я хочу подружиться с Эф. И она перестанет быть злой. Как ты собираешься с ней дружить? Она огромная, злющая буква. А ты маленькая девочка. Буквы должны дружить с буквами, а девочки с девочками. А почему я только с девочками? Я могу и с мальчиками. Например, с Артемом, Егором, с Макаром, с Ильей, с Ромой. Понял. С мальчиками тоже можно. А почему с буквами нельзя? Они взрослые, а мы еще дети. И что? Эф. О, нет! Эф, стой! Эф, стой! Я хочу с тобой дружить! Давай дружить! Хочешь конфетку? Что-то она совсем не намерена дружить. Все нормально, мы в порядке. Ты вовремя вернулась. Ты убила букву F.
Что это еще за буква F? Она чуть не убила вас! Помнишь, ты мне купила обучающий алфавит, а в нем и буквы оживают. Нарисованные буквы алфавита оживают? Что за чертовщина? Это алфавит Лор, самый злобный и загадочный алфавит в мире. Его буквы реально оживают, сама видишь. Букву F обивали другие буквы, и она поэтому стала злой. Она исчезла! У вас что, здесь все буквы алфавита? Большей части букв уже нет. Смотри. Букв, которые вычеркнуты, уже нет. То есть нам осталось 5 букв. V, W, X, Y и Z. Но с буквами, которые обведены, сложнее. Их F куда-то утащило. То есть буквы D, E, I, R, S где-то в доме? Да, их нужно найти. А что с этой F делать? Не знаю, она тут и не вычеркнута, и не обведена. А может ее назвать, и она исчезнет, эта буква F? Не знаю, давай попробуем. Давай. Она исчезла. Смотри, остались суперсилы. Это из-за них она не исчезала. Это буква V. Она маленькая и какая-то совсем перепуганная. Ее F напугала. На счет 3 все дружно говорим V. Хорошо. V! Смотрите вокруг. Осталось всего 4 буквы. Я еще одну нашла. Давай вместе назовем ее. W! Осталось всего 3 буквы. X, Y и Z. Там кто-то есть. Тут X. 3, 2, 1. X! Я дошла в бар! 3, 2, 1. Осталась только последняя буква. Она должна быть где-то здесь. Это была последняя буква.
Мы прошли весь алфавит. Да, но мы не нашли буквы, которые утащила буква F. Там кто-то есть. Может, это украденные все буквы? Точно, там кто-то есть. Они здесь. А почему они прикованы к стене? А ты прочитай слово, которое они образуют. А сначала поставь F. Friends! Получается friends! Друзья! Эти буквы сначала дружили с F. А потом мы перестали дружить с F. И она стала злой. Из F сделали фрика, хотя она ничего плохого не сделала. F просто была очень одинокой. Давай назовем эти буквы и освободим их. Давай. R! I! E! Вас и слабее, ведь из каждого обиженного ребенка может вырасти злой взрослый. И он может отомстить, и жестоко. Нужно быть друг другу добрее, и не будет тогда злых взрослых. И не будет воин. Ну конечно, если все будут добрыми, воин не будет. Yeah.